Литературное чтение. Третий класс. Вторая часть. Школа России. План и пересказ сказки Максима Горького «Случай с Евсейкой». План. Скучное дело. Подводный мир. Разговоры с большой рыбой. Игра. Вот я и вынырнул. Пересказ. Маленький мальчик Евсейка сидел на берегу моря и удил рыбу. Задремал Евсейка, бултых, свалился в воду и оказался на морском дне. Сел на камень, стал смотреть вокруг. Увидел морскую звезду, лангустов, крабов, креветок, морскую черепаху, рака-отшельника и других обитателей моря. К нему подплыла огромная рыба в сизо-серебряной чешуе с выпученными глазами и начала разговор. Вокруг мелкие рыбешки плавали, обсуждали гостя. Страшно Евсейке, что рыба его съест. Стал он думать, как на берег вернуться, и придумал игру. Зацепился за плавники, и большая рыба поплыла наверх, будто танцуя, и пела во всю мощь странную песню, пока Евсейка не почувствовал, что его голова выскочила на воздух. Видит, удочка плавает в море, а он сидит сухой на камне, с которого свалился. Улыбается солнышку. Случай с Евсейкой – веселая, смешная история. Она могла произойти в реальной жизни. Автор нам рассказал сон своего героя.